Я не знаю, война это не война. Конечно, наверное, столкновения какие-то происходят. И опять это естественно, потому что каждый имеет свою точку зрения. У меня одна, у вас другая. Да? Вы будете высказывать свою, я буду высказывать свою. Это война? Не уверен. Поэтому я бы не назвал этой войной, но, конечно, столкновение мнений, конечно, происходит. Для себя я все-таки пытаюсь смотреть на картинку. Да, вот есть картинка. И меньше слушать закадровый голос. Потому что на любую картинку можно наложить любой текст. Вот, поэтому вот я смотрю картинку и понимаю, что вот то, что, например, да, если касается Украины, ну, что бы сейчас украинцы не говорили, да, наверное, конечно, там что-то есть, какие-то там у нас люди есть, кто-то воюет, наверняка, да, там есть люди, которые туда приезжают, сочувствуют, и все понятно, да, но когда они, скажем, показывают некие картинки и говорят совсем другой текст, то я понимаю, что из меня пытаются сделать болван. Вот. А когда все-таки вот я смотрю на наше телевидение, да, тоже там есть некие тенденции. Да, конечно, есть, а почему нет? Но с моей, опять я говорю, да, с моей точки зрения, вот то, что я вижу, то они и говорят. Как простому человеку, что как простому человеку? Избежать попадания, да, в эти жернова. То есть, ну, столкновение же, да, оно идет все равно. То есть это и вбросы какие-то информационные, да, что-то еще. Вот, да. Вот как простому человеку, да, избежать этого? Мне кажется, что надо меньше смотреть этот проклятый телевизор. Надо заниматься больше своей семьей. Надо заниматься делом. И тогда ты поставишь мозги на место. Потому что я как-то болел. Вот, лег на кровать, включил телевизор, и за сутки я обалдел. Потому что такого потока информации, такого ощущения болезни потом в себе, да, в общем, я не встречал. В смысле, не ощущал, да, раньше. Поэтому просто меньше смотрите телевизор, гуляйте с детьми, общайтесь. Ездите в гости, вот сейчас замечательная погода, можно поехать на дачу, шашлыки и все остальное. И опять, вот как мне кажется, все равно, да, опять интуиция. Опять интуиция. Потому что, ну, ведь люди разные говорят, да? Но весь вопрос не в том, что они говорят, а что они делают. Вот и все. Поэтому смотрите, что люди делают. Тогда вам станет понятно, почему и для чего они это говорят.